Это будет самая масштабная акция по пропаганде здорового образа жизни в Сочи, отмечают в администрации. В ней примут участие все поликлиники, больницы, спортклубы и фитнес-центры курорта. Цель вообще этих акций, которые пройдут по всему городу, еще раз, первое и главное, это привлечь внимание жителей к проблемам собственного здоровья и к привлечь его к занятиям массовыми видами спорта. Для этого мы демонстрируем, что у нас есть целая инфраструктурная сеть учреждений, куда можно направить своих детей, чем могут дети заниматься в нашем городском пространстве. Сегодня инфраструктура для поддержания сочинцами собственного здоровья вышла на совершенно новый уровень. Первая поликлиника стала одним из 16 объектов здравоохранения, которые капитально отремонтировали в Сочи. Больница в Адлере теперь медицинский центр самого высокого уровня. В Дагомысе с нуля отстроен инфекционный комплекс. Пациентов принимают 11 новых корпусов с автономными системами жизнеобеспечения. В Веселом теперь своя поликлиника, а больница в Красной Поляне считается одной из лучших России. Особая гордость сочинского здравоохранения – травмохирургический комплекс. Такие объекты могут позволить себе только города-миллионники. Спорт для курорта – тема особая. Зимние игры оставили большое наследие, чего стоит один только Олимпийский парк или 26 спортивных школ, созданных на территории Сочи. Как раз об этих новых возможностях курорта и будут рассказывать в рамках Дня здоровья. Так, в 9 часов утра городская поликлиника номер 1 в Центральном районе и ее филиал в Лазаревском приглашают желающих пройти обследование и консультации специалистов. В 10 часов утра жители Хостинского района могут прийти в парк имени Фрунзе. Здесь можно будет получить мастер-класс от фитнес-тренера, посмотреть показательные выступления военно-патриотического клуба «Десантник» и обратиться за консультациями к педиатру, кардиологу и терапевту. В Адлере территория здоровья откроется в полдень в парке культуры и отдыха. Но основная территория здоровья разместится здесь, на главной набережной Сочи. С 11 утра до часу дня на пешеходной зоне выставят стенды с информацией о медицине курорта, появятся и медпалатки. Гости праздника смогут проконсультироваться у узких специалистов, кардиологов, психологов, окулистов. Ну а на площадке LifeSite можно будет проверить свою силу в перетягивании канатов и других соревнованиях, а также поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте. И все это будет сопровождаться выступлениями местных творческих коллективов. День здоровья – это не единовременная акция. Фактически начало большой программы, которая по распоряжению главы города стартует в Сочи с апреля. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.